Головні комунальні об'єкти Запорізької області обшукали. Нині в полі зору правоохоронців комунальне підприємство «Основання» та водоканал, де слідчі дії, за словами міліціонерів, триватимуть іще протягом 2-3 місяців. После того, когда был задержан Анисимов Евгений Александрович, начали поступать заявления от должностных лиц предприятий, от граждан рядовых о совершенных преступлениях, о которых мы ранее не знали. Поэтому, согласно действующего уголовно-процессуального законодательства, такие сообщения и заявления вносятся в ЕРДР, Единый реестр судебных расследований, составляется план проверки их непосредственно, и в этот план и входят как обыска, как проведение негласных стичьих разыскных действий и другие мероприятия, которые необходимо провести, чтобы прийти к закономерному выводу. В рамках брифінгу підбили і підсумки праці впродовж минулого тижня. Так, до регіональної чергової частини МВС надійшло близько 4 тисяч повідомлень. 9 убивств, 5 із котрих розкрили протягом доби. 231 факт нанесення тілесних ушкоджень, 7 розбійних нападів та 21 випадок заволодіння автотранспортом. Відзначилися й водії. Серед майже 1500 правил порушення дорожнього руху, 136 – керування в нетверезому стані. Что касается убийств, в 2011 году было совершено 100, за 10 месяцев, в 2012 108, на сегодняшний день 75. Вы видите, снижение идет по убийствам. Что касается тяжких телесных повреждений, соответственно, 147 11, 143 12, 126 сейчас идет у нас. Изнасилование. Небольшой рост есть по сравнению с прошлым годом, но по сравнению с 2011 годом значительное снижение. В 2011 году было 31 изнасилование, в 2012 году 16, и в 2013 мы регистрируем уже 19 изнасилований. Разбои. Соответственно, 155 в 2011, 158 в 2012, это примерно уровень, и 119 в 2013 году.